очередь, да, то есть именно вы, девочки, вкладывались, развивались, интересовались именно не только точными науками. Потому что то, что создается своими руками, да, своими идеями, своим мозгом, знаниями, да, это самый ценный ресурс. Насколько возможно, между лопаток, правую руку вверх и хватаем левую. У кого получится? Я. Отлично. Диалог Кручун является самым оптимальным местом для этого туристического центра. Что у нас тут есть? Во-первых, это мы видим шоссе, которое там будет. Также мужчин. Это на самом деле очень печально, потому что мы никогда не узнаем, насколько большой был вклад на самом деле женщин в этой истории. И мне кажется... Инструменты он начал как-то делать, и мы начали его собирать понемножку. Вот. Басқанда қимылдап қалса, бұл жіп бос тұрады ғой. Тартқанда жіп тартылғанда бұл көтеріледі. Так что у меня можно сделать для сухого воздуха. Для этого соль. Обычно поваренная соль, но самое главное, нужно ее обжарить, ну как, ну на сковородке, да? Это у меня космическая обсерватория. Я самая первая обсерватория, созданная в 1925 году. Дальше это у нас идет Венера. Венера — это моя любимая планета, так как она самая яркая, также ее температура составляет плюс 220 градусов. Тем самым поэтому она самая яркая. Кейс 1, 4, 3. Хоть банально выглядит банально, но это актуальная тема сортировки мусора, а именно пластика. Двигатель стирлинг работает за счет тепла. Она состоит из жидкости или жидкого или газообразного рабочего тела, которое заключено внутри цилиндра. В нашем случае это клапан, который поднимается и спускается. Мен магнит экошар деп аталады. Это у нас атомы и молекулы. Это ДНК. Деген монорейс. Машина мен метро қалай деген жерден алынған. Бірақ біздің деген Қырғызстанның жері жиналған метро саны бұл ойда айтып кеткен, өйткені біз деген жерді ылдира қазып қойсақ, онда суға жақын болып қалады екенбіз. На сегодняшней выставке я сделала чистик воздуха своими руками, даже придумала свой девиз «Биоэнергия», то есть мы все это можем сделать, это очень легко. Использовала подручных средств. Сам контейнер можно, мне кажется, найти в любом доме, можно любой абсолютно старый, но без разницы вообще. Далее нам подается кулер от компьютера, блок питания, батарейка очень дешево стоит, 6-вольтная, 12-вольтная, можно любую. И вот получается вот такие вот шнуры. Открываем контейнер. Всем здравствуйте, меня зовут Алена. Я бы хотела представить свой проект «Робот-манипулятор с гидравлическим управлением». То есть все, что вы видите, это просто обычная вода с обычным носителем. Максимум тут используется одна батарейка, но не в тех целях, что мы привыкли. Она никак не вырабатывает электричество, а используется просто для поворота к данной конструкции. Сейчас я попрошу ее показать, чтобы вы поняли вообще, о чем это существует гидравлика. Сейчас я вам покажу. Бұл да өзінің бозықтан шешеті, өзінің бізге дейізгені спорттығы положениямен, эвалентия положениямен управлять еті от. Здесь не медеп, 3D ручка. А, вот сюда, да, вот сюда. Девочки, кто был мыло? Мыло, мыло. Да нет. Мыло? Насип, по-моему, нет? Мыло. Айзерек вот нашла. Айзерек. Алгарбеков Айзерек. Айзерек. Может быть, еще это тогда, если будем награждать, тогда можно. Чтобы они не сдавались, это будет сложно, это будет трудно, и чтобы они находили людей, которые готовы их поддержать. Даже сейчас, даже спустя столько лет, когда я закончила университет, здесь получила оффер, от классной компании, все равно были случаи, когда вот все... 2, 3, 3!